Традиционно ежегодно у нас проводится культурно-спортивное мероприятие под названием «Маевка». В этом году мы решили ее провести чуть пораньше, приуроченную ко дню Хидерлес. Погода сегодня отличная. Я думаю, что жители будут и будут участвовать в нашем мероприятии. На сегодня у нас пройдут соревнования по 8 видам спорта. Общий призовой фонд составляет 19 тысяч, из которых 6 тысяч было выделено Приморье села и 13 тысяч было выделено нашими предпринимателями. Большое спасибо им за это. Они нас уже не первый год спонсируют в данном мероприятии. Мы надеемся, что люди сегодня отдохнут здесь, будут участвовать в мероприятии, и сегодня можно будет даже выиграть призы. Призы у нас хорошие. Как обычно, есть и денежные призы, есть и сувениры. За первые и вторые места будут выдаваться денежные призы, за третьи будут сувениры. Также по борьбе, как обычно, у нас в этом году будет барашка, и младшие будут бороться за барашку, и старшие то же самое. Поэтому хочу также поздравить всех с наступающим праздником Хидерлес. Здоровья, мира и всего самого наилучшего. We'll be right back.
ресторане. Байдарджик Степан, второе место занял. Гаргалов Семен. И первое место занял Кирзик Александр. Выиграл. За первое место Живого Ягненка.
состоялся турнир по югу Молдавии, где были в гостях еще и Дубасар. На этом турнире у нас наши односельчане, мальчики с нашего села, заняли. Владислав занял первое место. Владислав на 40 килограмм. И Чумак Александр в весовой категории, к сожалению, уехал уже. Занял третье место. А теперь участники сегодняшних соревнований. За третье место награждается Чумак Александр. Отдашь. Второе место. Казмалы. Иван. Ага!